Сегодня я подумал, а что если напасть столько силы, сколько вы вообще никогда не видели? Опа. Жесть, ребят, вот это, конечно, лютая катка. Не можем справиться с задачей. Не можем, потому что что-то складывается вечно не так. Смотрите, дамага сейчас какая будет. 900 урона с ДД. Жесть, что за хп-реген? Вы просто посмотрите. 500 силы. Просто Лина лопнула. Он так смешно сдох сейчас. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Сегодня я подумал, а что если мега-пудж? Почему бы не собрать пуджа так, чтобы он был нереально жесткий и напасть столько силы, сколько вы вообще никогда не видели? Давайте попробуем, я не уверен, что что-то может получиться, но мне кажется, получится пушка, ребят. Поэтому спасибо всем, кто смотрит. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан. И поехали! Баним по стандарту Найкса и Некро, Некро, Некро. Некро, пулдыбан. О, все, найс, работаем. На победу. И на душнилу. Пацаны, на победу и на душнилу сразу же. Попробуем пуджу апнуть очень большое количество силы. Огромнейшее просто. Чтобы, ну, 1010... Минимум было без каких-либо артефактов на силу. Но мы будем собираться в стандарту. По стандарту, ребятки, в стандарте будем собираться. И будем душить. Надо Слардара по-любому. Лютого. И чтобы Ксина ловили. И все. Чтобы Ксина ловить нужно. В общем, наша задача, это, конечно же, катку эту загнобить максимально люто. Там Сайленсера, смотрите, взяли. Сайленсер тоже будет апать. Сало тоже будет апать, но мы задушим. Но у нас, короче, смысл такой. Катка, как вы понимаете, будет тоже долгая, ребятки. И Сало очень хорошо может зайти. Реально очень хорошо. Сларкаго. Чтобы... доминацию держать. А, Легу. Легу, Лего, Лего есть. Легиона можно, можно на Леге. А, все, приехали, кажись. Кажись, приехали. Ну ничего, сейчас сделаем Рие, если он не отлагает. И поехали далее. Итак, ребята, сделали мы Ре, к сожалению. Вот так вот бывает, что ребята вылетают. И я поменял 8-й слот на тот слот, который у меня вылетел. И вместо 8-го слота, который у меня сейчас зашел, другой парнишка, он также будет играть. Ну что ж, спасибо всем, ребятки, кто поддерживает. Сейчас мы будем продолжать эту всю тему, которую пытаемся сделать. Так, и пойдем мы на центр, там, скорее всего, будет Сайленсер. Погнали. Тут будет у нас особая раскачка на пудже. Мы будем стараться качать третий, чтобы как можно быстрее проапывать силу. Да, именно третий помогает нам немножко проапывать силу быстрее. И собираться мы будем тут, конечно же, в МС, чтобы везде все успевать. Какую-то мобильность будем делать. И единственное, что меня напрягает, это Сайленсер, который находится во вражеской команде. Не очень хочется остаться тупым, без интеллекта на пудже. Поэтому нужно будет фидить. По минимуму. Прям по минимуму. Одна-две смерти максимум в этой катке должно быть. Но как пойдет на самом деле. Нужно аккуратненько и обдуманно двигаться. Сильно не наглеть. Тем более, если я буду играть через пассивку, у меня не будет хватать демеджа для того, чтобы убивать пацанов сразу жестко. И как бы это будет немножко проблематично. Проблематично, ребятки. Поэтому вот такая вот тема. Ну что ж, готовимся к выходу крипчиков. Готовимся к выходу крипчиков. Так, Сало. Ага. Сало, yes. Я чуть-чуть, прикинь, не достал. Сейчас бы выхукал под стан и под торрент. Прикинь, вот как так-то, а? Жесть. Чисто чуть-чуть не достал. Чуть-чуть не достал. Ну ладно, забираем руну, уходим на мид. Все будет огонь. Так, нам нужно будет на миду, скорее всего, возможно, стики брать. Потому что Сайленсер будет
грязь кастовать свою. Возможно, будет играть через курсы, а там посмотрим. Давайте вот так вот закупимся и погнали. Хорошо. В медочек вардик себе ткну. И погнали. Так, у нас лего... ХП, у нас лего стоит в лесу, Слардар стоит соло. У Слардара ключевая роль здесь. У Слардара ключевая роль. Так, ЕС на мид поставят, да? Вот так вот, значит, да? ЕС на миду будет. Но это значит, что ЕСа будет тяжеловато здесь убивать, но зато будет фулл фри. Фулл фри, почему? Потому что мы можем спокойно фармить крипчиков здесь. Можно будет попробовать и перелосхичивать даже. Но не факт. Надо будет аккуратненько все пытаться делать. Так, хорошо, забрали у него крипчика. Он не забрал, и все хорошо. Не подвожу крипов к тавору, потому что не смогу заластить нормально. Хорошо, вот так вот раз. Вот так вот два. Пока фармим. Оп, найс. Опа, можно чуть-чуть ЕСа побить. Чуть-чуть побить. Чуть-чуть побили. У него батлышка. Во дает. Ранний ботл это хорошо. Ранний ботл это хорошо. Ладно, делаем вид, что я дурачок. Делаем вид, что я дурачок, потому что боюсь, не хочется очень сфидить ему. Сейчас пойдем на руну. Так, сапог, хилочек и погнали. Там выгнали легиона, да? На руну. Плохо будет забирать. Сапог идет. Есть. Актив. Активная руна внизу. Это плохо. Возможно, будет какой-то инвиз. Поста. Страшно вырубай. Да, не удержался он, чтобы не ударить, да? Стандартный Еси, который прибежал на хосте. Не удержался, чтобы не ударить Пуджа на миду. А у него третий левел, жесть. У меня четвертый, нормально. Пытается он переластичивать. С дубинкой. Так, четвертый левел, хорошо. Возможно, меня могут со спины выйти. Возможно. Это не точно. Гоу. Смотри, ТП сразу дает, да, на Ризраке какой, а? Чувачелло. Чувачелло. Сразу ТП дает. Ну чё, уходи, все, не ганганул ты. Уходи на БХ. Ходи. Так, ну пока все идет не так гладко, как должно было идти. Ой, Транквилла еще просела. Почему? Транквилла просела. Все не так гладко. Гоу, пробежимся чуть-чуть. Оп, вот так вот. Вот так вот. Оп, и задушили. Хорошо. Сделали ФБшечку. Еще ФБ даже не было, третья минута уже игры. ФБ даже не было. Обычно только катка начинается, уже сразу слова First Blood и все, и поехало дело. Вот так делаю. Силу даешь? Ой, минус инта. Но силу все равно должен получить, потому что рядом сдох. Так, окей. Ботл и курьера надо себе. Соло, плохо, что я сейчас сфидил. Это очень плохо, это минус инта. Минус кнопки. Минус кнопки, минус инта. Так, куру. Куру. Раз, два, три. И батлышка. И батлышка. Хорошо. Сейчас пойдем ганга идти делать. Let's go. Стрейф. Хорош. Отлично все. Ганганули здоровско.
Погнали здесь вот так, вот так. И вардецкого себе. Все, и работаем, ребят. И работаем. Так, там... У нас БХ сфидил на миду. Мидеру это плохо. Это плохо. Знаете почему? Потому что мидеру апаться нельзя. Че, вижен стоит, да, у тебя тут? Хорошо. Сейчас мы качнем третий спел, ребятки. Напоминаю, мы будем играть тут через третий. И третий сейчас будем выкачивать, чтобы как можно больше силы собирать. Как можно больше. Чтобы сила у нас сразу уже давалась. Сразу. Так, найс. Есик пришел опять. Берем. Третий. Три силы. Три фрага, три силы. Найс. Три фрага, три силы. О, сентричок стоит. Я чисто укушу и отойду. Оп. Хорош. Вот так сделаю. Чтобы отстали от меня. Хорошо. Аккуратненько подрабатываем. Все, берем еще раз F. Пойдет. Идем на базу, ребят. Берем ТП-шку и играем тут через мобильность. Я напоминаю, я хочу очень взять клак, потому что очень много будет сейчас ТП. Ждите, ждите, ждите. Ждите, ребятки. Ехала. Давайте в наглую надо было. В наглую. О, остаешься. А зачем остаешься, дядь? Этого я уже не достану. Далековато. Надо было сразу его пытаться хукать. Но пойдет. Силу собрали. Силу собрали. Сейчас у меня уже пассивочка в двоечку. Хотя должна была быть в тройку. Мид-центре. Так, ну если я соло потушил, это радует. Но надо сейчас аккуратненько его. Вот это убери, пожалуйста. Не надо иллюзию вести. Ну зачем иллюзию ты ведешь, дядя? Иллюзии не надо вести, дядь. Это я так долго думал, хукать или нет. Долго думал. Оп, хорошо, пойдет. Сейчас на руну пойдем. Пойдем на рунку. И на топе руну заберем. Пока что все идет ровненько. Пока что, но... Хотелось бы, конечно, более ровную игру. Там сентри... Ау. Гоу. Гоу, Легич. Ну, я на тебя его вывел уже. Хорошо. Оп, хорош. Вот так, там лучше. Вот так-то лучше. Вот сюда можно пройти. Мне кажется, тут сало сейчас будет. Сало можно за Т-шку попробовать зайти. Давайте маны дадим немного. А где сайленсер? А можно сайленсера погулять? Нету его? В смысле, ты его убил? Зачем? Зачем ты его убил? Так, даггер нужно, ребятки. Даггер, даггер. Но пока совсем с фармом все туго. 24 крепочка. Я, к сожалению, вообще не фармлю. Но 5 фрагов. Это мало все равно. Это мало. И чуть транквил не прогулял. Молодцу. Вообще жесть. Да, гоу. Пассивочка, главное, имеется. Остальное приложится. Хорош.
Хорош. Еще пассивку беру. 3-3-3, качаемся, напоминаю. И на мид надо выйти сейчас. Так, у нас уже у БХ есть 6 левел. БХ 6 левел есть. Работаем. Ребятки, работаем, работаем. Работаем. Там СФ по лесам еще ходит. Надо бы СФа принимать. СФа бы принять. Сейчас иллюзии создаст и может зажать меня. Тоса кинь. У тебя нет на маны на тос? Я не могу пройти тут. Не собрал ничего. Корабль туда, дядя. И поехал. Корабль. Всех сюда. Всех сюда. Силу даешь. Эх, маны не хватает, прикинь, да? Ой, торрен какой. Ой, сладенько. Хорош. Неплохо. То самое чисто, когда отменил ТП не зря, да? Хорошо, пассивку в макс. 5 силы сюда. Найс. И на базу. Тэшку забираем, да? Есть даггер. Даггер есть. Ну что, ребят, в принципе, пока что все идет по плану. 8 фражочков — это немного. Одна смерть — это много. Поэтому чуть-чуть работаем. Работаем. Сейчас ТП и Г. Некстовое, что мы будем собирать, это Юл. Для чего, спросите вы? Для того, чтобы передвигаться быстрее. Мне интересно, реально, сколько же тут апнем мы дамаги на Пудже и силы в целом. Уже 80 сил на 10 левеле. Это, мне кажется, неплохо. Неплохо. Без дуэли, дядя. Без дуэли. Так, есть. Вот по КД можно бегать просто. Лево-право, лево-право, лево-право. Очень мобильно, если будем отыгрывать. Давай, вкусненького. Хорошо. Так, глубокие варды надо. Ультимейт я не буду брать сейчас двойку, я возьму второй. Надо варды глубокие и лес. Ребятки, лес надо. Лес надо. Так, ульт у меня просто на зацеп. Ульт просто на зацеп. Там СФ еще где-то гуляет, фармит. Вот здесь, наверное. Пойдем туда, никого здесь не видим, пойдем туда. СФ где-то гуляет. СФа надо искать тоже. СФ где-то фармит аккуратненько. Либо наши леса колотит, да? Вард поставил. У меня хук коротенький. Если что. Так, ну этого зацепили, продали. Хорошо, глобалка минусом. Пойдем, пойдем, пойдем. Хорошо. Работаем, 10 имеется. О, вон сало. Смотри, с треком идет, даже не подозревает. О, еще и хуск тут. Тут я фидить не хочу, ребят. Фидить-то я не хочу тут. Задавил, можно сказать. Не надо. Нормально.
На топе вон СФ с аквилка бегает, да? Хорошо. Побежали соло, пробежимся. Или к ребятам на мид. Скарчик там. Гоу в драку. В драку к ребятам. Печально. Печальненько. Так, окей. Перетягиваемся сюда. Эй, Слардар, бежит уже. Там же вард стоит. Я-то в смоках иду. А мне кажется, СФ уже улетел. Уже улетел. Смока у меня закончились, я с базы на них. Да, уже улетел. Уже улетел. ТП. Там. ТП там. Так, и ульчик надо, ребят. И ульчик. Давайте сюда, скорее всего, СФ сюда сейчас пойдет, я так думаю. А, он здесь, у него даггер уже. Даггер уже. Вниз прилетел ЕС зато. У меня коротенький. Слардариха должна успеть. Хорош. Резисты вещи. Спасают. Хорошо, что зацепил сразу. Знаете, почему я побежал сейчас? Напишите в комментариях, почему я сейчас побежал цеплять. Что-то произошло такое, из-за чего я сразу же посчитал нужным побежать и укусить его. Не потому, что там крипы кончаются или еще что-то. Напишите в комментариях, кто как думает, почему я сразу же побежал цеплять. Корабль туда, брат. Корабельщики. Корабельщики. О, найс. А, хук какой. Хук какой, не пуш. Гнобим. Не пушим и гнобим. Так, есть. Почти юл имеется. Юл почти имеется. Так, ЕС с фазиками, да? Хорошо. Вот сюда идем, тут подфармливаем. 17-я минута игры, 11 фрагов и ассист 9. В принципе, пока идет по чуть, да? Главное, третий замакшен. Силу получаю. О, он идет, смотри, с центрем. Варды снимать. Идет сюда. Ага, отошел. Кто-то ТП дал. Хускар. Хускара не тяну, у меня нету двойки. Двойка все равно ДПС какой-то додает. ДПС да какой-то додает. Так, юл почти есть. Сейчас на низ ТП, скорее всего, надо будет дать. Они с ТП. Никого на карте нету. Никого. Имба вард нужен, да. Точно. Они тут вместе сейчас будут. Опача. Так, ребята помогут, надеюсь. Мне сейчас тот ризрак сломает лицо. Опа. Ладно, принимаем. Тоже. Не успеваю. Жалко, жалко, не было Слардара и Юл. Только накопил. Но две смерти, ребят, больше умирать нельзя. Больше умирать нельзя. Больше умирать нельзя. Скорее всего, сейчас... Нет, нормально. Нормально. Отдали стрики. Нам нельзя дохнуть, если что, пацаны. Они быстро оденутся и не сможем давить уже. Так, есть Юл. Next агоним. И Изериал. Или сделаем Сию, чтобы двигаться еще быстрее. Нам нужно везде все успевать.
Вот здесь вот такой момент был, Хускар накидал. Но вижу Хускара, уже понимаю, что тяжко будет. Тяжко будет. Так, побежали. Бегу. Бегу. Оп, закрисил. Так, у нас левел апнулся. Прокачаю хук, чтобы можно было вылавливать лучше. Блин, вообще в меду столько фарма. Не факт, что там что-то получится, надо фарм собрать. Угу, побежали. Сефа надо угомонить. Ля какой. А? Ля какой. Это в центре стоят 100%. Этого я забираю, да? Хорошо. Этого тоже надо забирать. Отлично. Зашли как браконьеры, но забрали только с двоих силу. Это 4 силы. К сожалению. К сожалению. Так, ультимейт, самое время. И двигаемся, дальше можно. Искать. Искать можно. Надо искать. Они сейчас по-любому еще девардить пойдут. Вон, уже идет девардить, да? Уже идет. Уже идет девардить. Надо пойти там встать и поджидать. Рядом там Лего. Помогай. Это плохо. Это получше. Хорошо. Давай, давай. Оба. Хорош. Хорош. Чё там у СФ? У СФ немного. Прикинь. Такой МХ-шный ТП, да, был? МХ-шный ТП. Так, 2000. Отлично. МХ-шный ТП это называется. Там урны не хватает. У нас есть у кого-нибудь урна? Ага, есть. Но оно никуда, ну, пока никуда не кидается. Урна это, к сожалению. Бардар, гоу. Немножко меня мажить. Мажешь, мажешь. Хорошо. Вообще было бы хорошо мне урну сделать, но я бы уже несколько раз фидил, если бы не Клоака. Если бы не Клоака, несколько раз фидил бы уже. Он ушел, вон он был. Плюс. Гоу. Еще тревел бы взять. Как ультует. Там глиммер купил СФ. СФ правильно собирается. Но пока везет ему, никто его и поймать не может, он двигается. Противоположную сторону нашего, нашей всей суеты. Нашей всей суеты. Возможно, варды будут вот тут надо принимать, наверное. НСФ на топе. Вместе? Где? Вардов нету, ни одного варда. Все, выехали, 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 выехали. Очень близко, Слардар сразу под крэш его. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорош. Пойдет. Пойдет, но с каждой минутой все тяжелее и тяжелее становится его пытаться гнобить. Так, у нас тэшка тут лоу-хоповая. Тэшка лоу-хэповая. СФ опять ушел? Хитрый. Хитрый СФ, будем называть это. Бегает, как МХшник.
Так, у нас 3000. 3000. Можно взять Travel, можно взять Сию. Я думал брать Сию, потому что Сия позволяет быстрее двигаться. Передвижение хорошее, да и с руки можно будет навалить немножко. Сию сделаем, наверное. Сия, Эзериал, Travel. И нормален будет. Трек. Хорош. Наконец-то СФ подставился. Оу. О, я силу там не соберу, да? Хорошо, сила есть. Дальше можно юлу зацепить. Нет, все. Все, хорошо. Фармим. Сейчас, если кто-то выйдет, можно будет зацепить. Я так думаю. Тэшка падает, скорее всего, упадет уже. Давай-давай, вот этого. Оп, хорош. И сало задушили, но сало просто так зря убили. Так, я отойду. Сию покупать. Сию покупать. Так, рунка. С Лордара там батлышка. Захиливает жопку. 17 фрагов имеется, ребятки. 26-я минута. Ну, маловато на самом деле. Маловато. Блин, я на топе Т-шку не добил. Забыл добить. Так, сия есть. Че по МС? 470 где-то должно быть. 481. Хорошо. Отлично. Отлично. Так, 140 силы, но это немного. Это мало даже можно выразить так, потому что обычно даже по 250 спокойно собирали. Спокойно собирали. На обычных катках в стриме вообще спокойно собирали. Хорош. Ой, сейчас сколько силы апнул. О, давай-давай-давай, его туда же. Саша Яша работает. О, красава. Ну, почти на вставочку. Фармим. Фармим. Пойдет. На топ пойду. Хаста. Хаста мне, в принципе, не нужна. Хаста, в принципе, не нужна. У меня МС много. Да, руна реснулась. Надо было брать. Не проследил немножко я тут. Чуть не проследил. Отлично. Так, ну 200 урона у нас пока что уже приближается, уже ближе. 200 дэмэджа почти есть. Но этого мало. Этого мало. Этого мало. Этого мало. Вот этого надо хотя бы. А просто так зачем убивать их? Для чего? Для чего просто так их душить? Так же даже не интересно. Так даже не интересно. Давайте попробуем мега прохук. Я честно, без комментариев оставляю этот момент. Без комментариев. Говорит, давайте попробуем мега-про-хук.
Прыгаю, хукаю, попадаю. Ой-ой-ой, страшно. Это страшно. Так, ну мы их загнобили, да, 30-я минута. 21 фраг. Сила у нас сколько? Соточка хотя бы есть. 87 силы, даже и сотки нету. 87. Это мало. Очень мало. Это мало. Так, ребятки, что-то стоят там, АФКши. Чё, АФК? АФК стоят, что-то там. АФК, ребята, стоят. Сейчас ночь, пока ночь, можно двигаться, работать. Аккуратненько. Я не получил силу. Не получил силу за этот фраг. Далековато стоял. Давайте тревел купим. Скинем Клоаку. Ой, СФ там. В Макеичах. О, резрачок. Надо Аюлу ему кинуть. Так, ладно. Они засели, короче. Значит, нужно подтягиваться по боковым. Нет смысла стоять возле хайграунда. Нет смысла у ХГ стоять. Просто нужно двигаться. Так, Тревела. Транквила. 522, по идее, уже должно быть. 493. Ну, пойдет. Этого достаточно, чтобы двигаться. Достаточно. Не получается у нас немного гнобить. Не получается. На самом деле не получается, выразимся так. Эзериал next. Вот что мы сделаем. Чтоб можно было наносить фастово дэмэдж. Транквилу продадим. Фастово дэмэдж. Танквилу продадим. Никого нет, зафармили уже. Зафармили. Хорошо. О, хорош. Вот это вот туда же. Не. Все. Все, уйти. Стойте тут, не надо стоять там. Уйдите. Дефают пусть. Крипы сломаются нафиг. Так, 200. Эзериал надо нам. Здесь я быстрый. Просто нереально быстро. Не, ну вряд ли тут получится много силы апнуть, потому что мы уже катку... Катку уже, в принципе, мы задавили, они уже засели в деф. До вот этого засевшего дефа можно очень много силы апнуть, я так лично считаю, потому что должна быть какая-то хотя бы оппозиция, они должны понимать, как файтиться. Если мы сейчас пару раз сдохнем, то они смогут давать оппозицию, потому что они смогут слоты с нас одеть. Тогда смогут что-то делать. И начнут выходить. Но такая тема чревата тем, что мы не сможем быстро убивать. Наша задача в такой стратегии, которую мы сейчас делаем, это быстро убить и уйти. Взяли силу, ушли. Так двигаться. И все. Где там хил? Хиляй меня, дядя. Выхиливай эту тушу. 5000 хэповую.
Пока что. 4000 вернее. 4000 хэповую тушу. Эхослэм в крипов. Нормальная тема. Так, 300. Хорошо, 3200. Изерил имеем. Изерил имеем. Пусть дефает. Стоят просто. Пусть дефает. Ждите, там пол хп уже у Тэшки, это плохо. Жалко, не попал. Товер. Вот это такой кринж, на самом деле. Засели, просто сидят. Засели и сидят. Поняли, да? Как в доту играть надо. Прыгаешь на характере, зацепить и микроконтроль подводить. Все. Вот и вся дота. О, жесть. Сам свою силу теряю. Вот просто не доконтриваю. Не могу ничего сделать. Блин, они когда-нибудь выйдут вообще? Я уже начинаю паниковать. О! Сейчас драка будет у нас тут, серьезная. Правда, ЕС прыгнет сейчас. Давай, деремся. Хорош. Этого туда же. Найс. Хорошо. Отличная драка. Так, 200 силы, да? Ой, 200 сил, 200 дэмэджа. Надо 500. Вообще, моя задача это 500 дэмэджа вот здесь вот. Моя задача. А сколько это силы, я не знаю. Должно быть так. Так, ну пойдет, пока. Давайте транквилу в помойку. И надо что-то вместо транквилы еще дополнительно. Пятьсот урона надо, дядя, ты че? 500 урона, это много или мало? СФ постоянно выходит, СФа надо гнобить. 50. Плюс-минус. 50 плюс-минус. Хорошо, это наш клиент. Отлично. Это плохо. О, что я делаю? Надо было себя на его поднимать. Я мискликнул, ЕСа поднял. Эй, жесть, все, это ГГ. Просто. Мой божественный микроконтроль, ребята, чекайте. Божественный микроконтроль. Ничего не могу с собой сделать, такой контроль. Паузу? Серьезно? Дверь говорит, иди на базу. На базу его направь и иди. Такой катки паузу ставить, серьезно? Без тебя справимся, ты чё? Вот этого бы забрать сейчас. Сейчас откатится. Отлично.
Хорошо. Пойдет. Так, сентри есть. Жесть, как я налажал сейчас. Зашел в ХГ, думал, что-то сделаю, ничего не сделал. И в итоге ГГ. Ладно, не суть. 26 фрагов, 3 смерти. Ну, больше умирать нельзя. До 50 фрагов умирать вообще нельзя. Пуш, кстати, сам лево-вправо бегал. Лево-вправо пуш сам бегал. Так, что там у нас? СФ-чик, да? Опсис энтри. Хорошо, ждем. Олега, ты в наглую на него не прыгнешь. Наглую не прыгнешь. Вард сняли. Вард сняли. Грибчики не сломали. Баучу. Да не надо баучить. Баучить не надо. Баучить не надо, ты чё? Все, не надо, уйдите. Уйдите. Пусть выходят. Загнобили пацанов. Вопрос другой, что собрать еще. Можно что-то типа БКБ собрать, потому что я с магией падаю, да? БКБ на Верочку, чтобы не фидить. Варды сейчас пойдем расставим. Снова надо накиливать. 40. Ну, если честно, не лучшая, ребятки, катка. На стриме бывали такие игры, что вообще жесть. Эта катка, она такая, ну, на 3 с плюсом на самом деле. По моментам и в целом по геймплею, по сбору силы. Потому что обычно бывают такие лютые прям. Лютые прям катки. Что там столько силы апаешь, что жесть просто. Что жесть просто. Вот это там девардит. Надо вот в эти моменты ловить на девардах. Смысл, что сейчас туда иду уже. Все, уже вард снял. Найс. Хорошо. Пусть дев идут. Че по СТшке? 110 силы, 8100. Ну, плюс-минус. Так, там еще запас тавер у них есть. И все, уже хайграунд пустой остается. Это так забавно, это пробовать хукать. Это жесть. Забавная тема с этим хуком. Забавная тема. Пусть дефают. Хорошо. Торрент корабль. Отлично. Сила пошла. Бей его. Все, Б. 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 Дефают. Пусть. Там один остался на дефе. Уйдите просто. Просто уходить надо. Иначе крипы все сломают нафиг. Так, ну мид падает, да? Это плохо. Не, ну тут не сделаем 50 даже фрагов. Не будет тут. 50 фрагов даже тут не будет. Даже тут 50 фрагов не будет. Даже 50 не сделаем. Да, мид сейчас пушится. И это печально. Ну ладно, это первая попытка. Но фрага вообще нету. Это первая попытка. 24 ассиста. 24 ассиста. 120 силы всего, это очень мало. 120, это очень мало. Забайчено получается. Туши. Хорошо.
Ома, да ладно. Я ору просто, это что было? Его форсанули, короче, и я хук за ним вдогонку, он все равно настиг его. Жесть. Так, ну это первая игра, ребят, такая. Будет в любом случае вторая, я думаю, она будет более удачная. Что вы делаете там? Что вы там делаете? Вопрос. Мне прям интересно. Здравствуйте. Так, это все, конечно, хорошо. У меня 500 дэмэджа Эзериал наносит просто так. 500 дэмэджа просто. Прикиньте, до 1000 раскочегарить. Было бы круто. Так, есть. По одному забирать будет круто. Опа, нашли. Обсервик. Нашли обсервик. Просто срезали. Срезали просто чувака. Хорошо. Не надо. Не надо фидить, пацаны. О, что за форстапы божественные. И камбэкнут. Камбэкнут они, еще как. Так, 28, но это мало. Если они там иллюзию полгода убивают. Иллюзию полгода убивают. Хорошо. Гоу сюда. Прилетел сюда, чтобы зафармить крипчиков. Полетел обратно. Оп, найс. Хорошо. Так, это понятно. 30 фрагов еле-еле наколотили. Еле-еле. Просто забились хайграунд челы и все. Еле-еле. Еле-еле. Ушана. Фидануть надо. Го фидить. Я фидить не буду, вы погнали фидить, пацаны. Что они там отдают? Хилки отдает. Ну, это, кстати, Гриффинг. Гриффинг. Хускар сзади. Давайте Хускаром. Все, у меня дамага 261 с руки. Три тычки сюда. Отойди. Оп, хорошо. Колодец. Бей колодец. Лол. Ой-ой-ой. Что это такое? Лего, иди фить. Что за дела? Фиданули найсово, кстати. Найс фидим. Что-то мне это напоминает. Помните катку соточку? 100 минут на пудже. Где 6 бабочек собрали. Вот ту игру, как мы проиграли, забавно. Ой, жесть. Найс фидим. Так, это дефит, да? Хорошо. Сейчас нападем. Хорошо. На базу.
Крест дашь? Найс. Крест по кайфу. Так, наша задача сейчас, это, я думаю, купить аганим. Пусть будет. Мид у них сломался, да? Это плохо. Рапира. И да они. Лего. То есть. 250 силы. 300 дэмэджа. Но на сайленсере мы столько апнули. 147 силы, правда. Мы на сайленсере апнули 196, по-моему, интеллекта. У них минует мид уже. Так, аганимчик. 250 силы, без силы. 6000 хп пуч, но мало. Мало. Я 8000 собирал по фану с тарасками. 8000 по фану собирал. Три силы апнул, найс. Еще. Опа, опа, опа. Отходим. Рапиру отдали. ББ. Что там СФ на ТПшках будет уходить? Нет, портстап и догера. Жесть. Извращенец. Тимошка. Портстап и догера. Да, он ушел уже. Сыра Его. Так, ну трон у них уже падает. Трон у них уже падает. Год закончим, наверное. Потом. Это первая попытка. Первая попытка. Часть просто. Просто сожрал. Все пишет лично этого аккаунта. Не понимаешь, что он хочет. А-а-а, перепрыгнул. Трон, могу ломать. Бабочка, трон, го, 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 колодец. Побьем. Какой кот? Ускар, о чем ты? Что он пишет, я не понимаю. Дай мне код на про аккаунт, говорит. Я не понимаю, что он хочет. Что за фигня? Так, 36 фрагов, сколько сил? 256 силы. Тароску надо. Ну, фармани на леге. Окей, гоу. Оп, найс ТП. Тараску и бабочку. Так, 258. Итого у нас 157 силы. Это очень мало, это очень слабый первый результат, ребят, но... Пусть... Пусть лежит. Аегис. Тупо Аегис лежит. Это печально. 291 дэмэдж. 300 урона с руки. У них там трон быстрее упадет, чем мы сломаем колодец. Че там лего? Бабочку нажать, чтобы промахи были. О, колодец. Я танкану, наверное. Дальше посмотрим. Пусть дефает.
Не трожь его, зачем он тебе нужен? Ладно. Хорошо, разнос пошел. Пускарчика. Здесь тут вырубили. Ломай колодец, пацаны. Ломай колодец. С такими хп. О боже. Ребят, ну это первая попытка у нас такая. Первая попытка удалась у нас не очень сильно. У нас получилось 167 силы всего, к сожалению. Это очень мало. Это очень мало. Мхариви просто. А, точно. Вот так вот, ребят. Немножко не удалось у нас на первой попытке, но будем еще пробовать. И я надеюсь, у нас все получится, ребятки. Обязательно поставьте лайк за эту попытку. Сейчас пойдем вторую каточку и посмотрим, получится ли у нас лучше или нет. После первой попытки мы отыграли большое количество игр, и я, если честно, уже не верил в то, что мы добьемся того результата, который я поставил в нашу задачу. А наша задача заключалась в том, как вы понимаете, чтобы набрать как можно больше силы. Сила, сила, сила. Для этого должна быть полноценная игра, и тут же мы сталкиваемся с такими проблемами, как дисконнекты моих тиммейтов, дисконнекты врагов. Да и в целом были игры, где оппозиция врага была серьезной, и приходилось просто заканчивать без риска на проигрыш. После этого, конечно, началась та самая игра. Так, ладно. Ну что, ребят, это уже какая сотая, наверное, попытка. На самом деле этот видос уже перерастает в видос с записью гайда на хаоса, потому что я уже делаю, наверное, шестой реп, потому что у нас просто не получается ничего сделать, просто жесть. Не забывайте подписываться, кстати, на ТГ, не забывайте подписываться на YouTube канал, чтобы не пропускать видосы. Ох, жестко, я выполняю уже это задание, которое мы хотим сделать, чего мы хотим добиться уже, наверное, раз шестой. Я пытаюсь на пудже сделать какой-то лютый результат, то кого-то лаганет, то кто-то ливнет, то еще что-то произойдет. Если честно, одну только полноценную из шести игр сыграли, потому что постоянно у всех какая-то проблема, либо кто-то лагает, либо еще что-то. И, ну, такое, поднапряженочка получается. Мягко говоря, потому в этой игре старт был самый худший за все игры, которые мы сыграли. Я подустал и, видимо, уже перестал верить в свою идею и свои возможности, поэтому начал принимать неправильные решения. Сходил просто так на топ, сфидил, хотя могли забрать и получить заветную силу. Потом, по невнимательности, я умер в миду, но и тут уже немножко я поплыл. Шестой левел у нее. Ладно. Жесть. Это самый плохой старт со всех игр. После неудачных моментов меня поджидало еще немного неудачных моментов. Ну а потом уже началось то самое, ради чего здесь мы все сегодня собрались. Пофиг на это. О боже, что такое? Вообще что за... Крипы везде все идут. Я в шоке, честно. Хочу вам показать момент, где у Войда 10% шанса бэктрека. Попробовать. Гоу, 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 нагло, нагло, но я на хосте, дядь. Жесть, отражает, вы посмотрите, как он отражает. Как ему везет, он то забашит, то отражает. Прикинь, вы видели, сколько он закайтил? Он весь дэмэдж, он просто 2 секунды моего всего дэмэджа он отразил. 2. Это жесть какая-то. Это читы на бэктреке, что ли? Ой, сколько крипов сбоку. Не, это катка максимально хреновая по таймингу. Ужастик какой-то. Тайминги лютые в этой игре. О, и опять тычку, опять! Опять он отразил. Жесть. А сколько у него бэктрек? Он его не максил точно. Потому что у него и баши прокают. Посмотрите, первый левел. Это невозможно. Жесть.
Это просто невозможно. О, жестко. Я просто в шоке на самом деле. Это нереально. Все, убегает, убегает. Только увидели, что я иду, убегает. Убегает. Убегает, пацаны. Е, ну хорош. Нет, пожалуйста. Да что ж такое-то. Ребята, не надо. Я, по идее, не успеваю. А, не успел, найс. Хорошо. Ой, как хорошо с тавером. Все, ок. Не дотянется, естественно. Мне в этой катке мне везет максимально, поэтому вряд ли тут что-то будет. Не дотянется по-любому, если хукаешь. Поэтому, ребят, будем страдать в этой игре. Страдаем. Пойдем сюда. Но надо все-таки даггер сделать. Умник. Силу, 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 силу в радиусе. Во-во, крэш. Хорош. Отлично. Собрали все. Все собрали. Дали, дали. Все дали, за бару там дали 100%, там в радиусе. Все там в радиусе, оно же копится. Радиус только 450. Жесть, ребят, вот это, конечно, лютая катка. Тем, что максимально не везет здесь, но мы постараемся как-то что-то сделать, чтобы это было интересно все равно. Нужно выгангивать, нужно работать прям качественно, но пока качества нет, честно скажу. Самая худшая игра, которую мы играли на Пудже для апа силы. Самая худшая. Меня ждите, меня ждите. Худшая, ну что ж, поныли немножко, помонтировали, а теперь погнали досматривать эту игру. Ля, там оказывается вон оно чё. Ну отойди же, Вивер, она, блин, конец. То есть... Хорошо. Там жесть, таракан укусил. Укусил таракан. Хорошо. Нету крэшей. Гоу его. Догоним, догоним. Бегу. Бегу, бегу. Момчик. 3 секунды, 2, 1. Хорош. Ой, момник пришел. Убегать, убегать, убегать. Пропустите, пацаны. Лагуну дал. Развороте. Это что такое? Слушайте, а там животное еще живое. Надо ТП давать. На базу телепорт. Кстати, я помню, в какой-то версии доты это действительно работало. Я не помню точно, но это работало. У старых версиях доты такое работало. Это я помню. Гол. Парни, ну работаем, работаем. Актив вроде пошел. Сейчас еще файт, еще в меду. Смотрите, смотри, сколько фар. Жестко. Жестко. О, как я так не рассчитал.
Как-то я не подрассчитал. Но пока дагер КД можно. Можно вот так немного. Сюда. Я пришел за вашей силой. Для себя. Заколотил он его. Но пока ульты нету, не вижу смысла нападать. Хотя, пойдем по чуть. Может и бару. И не бару. Со Слардариха сейчас замутим. Замут будет со Слардарихой. Хорошо, сразу его туда. Оп, отключили. Подключили. Оп, найс. Я отошел специально, чтобы мало ли чё хп не отлетели. Это плохо. Это плохо. Хорошо, собрали. Собрали. Вивер не раскидывает урны в драке, он не успевает тупо. Я бы пару урн закидал точно. Хорошо. Не успевает. Просто не успевает. Сразу тык-тык-тык, сразу всей команде раскидываешь. Это же жесть легко. Подаю. Таракан вонючий. Есть-то кто-то ТП давал вроде, не? А, нет, показалось. Показалось. Меня гоняют, что-то по кругу. И по кругу гоняют. Ой, видели, куда я нажал? Я бы хуканул его. Случайно вот сюда слишком сильно стрейфанул. Ой-ой-ой. О, момчик включил. Момчик включил. Так, это хорошо, конечно, но это плохо. Это плохо. Пойдет. Гоу по карте подсветился только что, Барыч, по-моему. Животному. Туда побежал. Нету? Лол. Да, испарился. Так, у меня Юл есть. Юл есть. Нам не сломали таки. Так, ну. Вот это бы. Хорошо, быстренько забрали. И сюда. Помогать команде. Может, мисс кликнет. Не мисс кликнул, прикинь. Оп, бару. Жалко, что не мисс кликнул. Там могла быть вероятность, что лагуна полетит в меня, а не другого героя какого-то. Хорошо. Еще сила. Пойдет отойти. Да, ребят, вот сейчас по чуть начинает что-то получаться, но это самая худшая игра, самое худшее начало за 6 игр. Вот реально, не совру. Потому что так выносили, так душили, так все делали. Некоторые, наверное, спросят, а может это все из-за того, что вы играли со слабыми? Нет. Мы играли с довольно-таки нормальными ребятами, с достаточно крепкими. Но мы чуть-чуть уже сыгрались просто, поэтому немного получше у нас выходит. А смысл таков, что тут как-то все в таймингах именно. Башики туда и чуть-чуть подустал я уже, ребят. Но надеюсь, видосик все равно получится интересным, поэтому у нас сейчас глобальные планы, мы должны... Правильно все сделать, собраться, го туда. Мы должны все успевать. Ой, купол троих. Но я бегу. Лину. Омников, Лину. Слардар кого-то цепанет там. Хорошо. Ой, хорош.
Еще можем. Еще можем. Урна на мне. На мне урна просто. Вот, вот так вот постоянно дагер дрочится. Пара на низ побежал. Урна постоянно на мне. Так, хорошо, но у нас есть 160 урона, 130 силы, пока апаемся. Опасно, конечно, вдвоем тут ходить. Вдвоем очень опасно. Сейчас ночь, надо активные варды, наверное. Какие-то. Активные варды. Пара на мид побежал, на тол. И войд. Надеюсь, меня купол не будет кидать. Ха, лол. Ой-ой-ой, он остановился где-то вот тут по-любому. Там вообще непонятно. Бара, короче, нас байте, чтобы мы время прогуливали просто. Варды надо. Чтобы видеть. Че, думаешь, он там где-то будет? Че за фигня, да? Ага, вард снял. Вот здесь будет по-любому сейчас народ. Но вот тут он отменил, потому что тут дерево сломалось. Там он отменил. Так, ну начинается такая игра, где ребята просто заседают. А, он на топе просто засел, да? Начинается такая игра, где ребята просто АФК сидят. АФК сидят. Вот это плохо. Чем позже эта стадия наступает, тем лучше. Принимай, быстренько, быстренько, быстренько его. Ух ты. А у меня-то за что? Меня-то за что, ребята? Меня-то за что? Ребята, меня-то за что? Хорошо, суицидник. Но жалко, ничего не получу. Вообще ничего за эту драку не получу, это плохо. Ну, я бы тут байбекнулся даже. ГГ. Жесть, конечно. Так, 17 ассистов, да? Ну, хотя бы ассисты. Сколько силы? 67 силы только, ребят. Очень мало. Ну, Слардар делает правильно. Мы со Слардаром играем, а все остальные что-то как-то, ну, не особо охотно. Ребята. Мартредка помогла, да, Рики где-то там свою игру, что-то там. Ребята, ну давайте совместно, мы же пишем видео. Видео так не пишется. Иначе какой смысл? Какой смысл иначе? Никого рядом нету, я бы подхукал. Никого рядом нету. Никого рядом. Этот все за мной идет. Крипчик. Ой-ой-ой. Дэмэдж, дэмэдж, дэмэдж. Пошел, пошел, пошел. Хорошо. Хорошо, что я стрик не отдал, кстати. Блин, там этот Лину вырезает. ГДСа. Я не могу отойти, блин. Сорян. Сорян. Мне не дали подойти, сори. Я бы МБ подфукал. Народу слишком много там было. Так, ребят, ну, 15... 18, да? Слардар молодец, делает свою задачу. Делает. Айти тревел купим. Слардар молодец. Рики тоже нарезает. Но нам нужно
Нужно, чтобы я апался. Мне не просто так же, что место в катке дали. Место в катке мне не просто так дали. Вот животное бежит. Пара, пара. Хорошо. Хорошо. Хиляет, отлично. Найс, работаем. Так, ну что, выходят охотники на охоту? Или нас ломают по чуть? Нас ломают. У ХП нету, если честно, на файт вообще. Лину, фастом. Отлично. Поюлили чуть-чуть. Идеально просто. Идеально. Просто идеально. Вот сейчас вообще. Отлично. Так, у нас есть 155 силы. Родной как бы, да? Мы же родную апаем. Ну, смотри, что там, да? Вивер, да? Умирает. Не успею, да, в инвиз? Печально. Хорошо. Сила есть, ума не надо. Ой, хорош. Отлично, вот сейчас то, что нужно по игре складывается. Мы должны апать силу, и мы ее апаем. Вот сейчас все отлично было. И Войда оставили. Молодцы. Четко сейчас. Сейчас четко было. Спасибо. Найс. В идеале, вот так с самого начала, если будем делать. Так, 23 ассиста, окей. 40, почти 50 фрагов на всю тиму. Погнали. На Верочку. На Верочку нету ничего. Так, Яшку, гоу. МС, нужен МС сейчас, в принципе. Маны хватает, всего хватает. МС-а побольше. И актив. И актив просто. Так, пацаны, меня дизейблит тут баратру. Сорян. Давайте его. Куру свою слил я за эту драку. О, МХ работает. МХ работает. Поехала, поехала. Давайте, 522 МС-а есть. Либо вниз ушел. Внизу. Вон он вышел. Вышел. Ну да если быстро бегает. Быстрые ноги. Люля не боятся. Рили, давайте я солью. Солью Аега, чтобы хп пополнить. Он так смешно сдох сейчас. Чисто соло геймер. Все, поехали далее. Топ. Крип реснулись, тут будут крипы. Все, погнали. МХ нету. Чуть написал. Чуть не достал, говорит. Вот так вот. Чуть не достал.
Выхукиваем. Так, ну... Пока такое. Девяносто семь только апнули, да. Жесть. 97 только апнули. Есть тревела? Мы когда стягиваемся на одну сторону на какую-то, они сразу выходят. Сразу выходят. Го-го-го. Хорош, зацепил, но я далеко. Отойди. Отличная работа. Стан будет, дядь. Хорошо. Ой, Слардар, молодцом. Отлично, этого туда же. Давай, давай. Жалко, Рики нету. Рики нету. Эй, да. Клацают. Не видно ничего. Гем отдали. Держу. Держу, пацаны. Не могу больше держать. Ой, хорош. Жесть. Ай, что за игра? Жесть. Куру поймал. Отлично сейчас было. Так, ну и чё нам? Сиёпать. Сию апаем. Два варда с энтри опсом. Погнали. Работаем. Еще много надо. 120 на тиму фрагов. Подо мной. Минимум. 200 силы почти есть, ребят. Ну, родной силы опять. Мы будем считать по СТшке. Это где-то 110 сейчас. 110 ровно силы по СТшке. Это мало на самом деле. Это очень мало. Надо 300 где-то. Плюс-минус. 300 плюс-минус. 300 плюс-минус. Гоу. Гем, Лина. Так, они выходят, да? Хорошо. Один есть. Хорошо, еще есть. Оп, найс. Пойдет, то что нужно. Отойдем. Кто там напал? А, иллюзия. Уйти, уйдите, не пуш. Все, вот так и играемся. У нас впереди 60 минут такой игры. Сколько максимально можно, да? Задушить эту тему. Это иллюзия. Пусть депает. Он тебя сейчас убьет. Вард. Есть на меду, хороший вард. Урну дай, надо, да, надо просить его. Его надо просить, чтобы урну давали.
Так, сейчас на топе вард... Ой, вард, тавр упадет. И надо боковые идти. Вот опять стоит. Хиляй его. Че, нету, никто не выехал. И достал я. Достал. Next агоним делаем. Че, Эзериал лучше, наверное, в таком билде делать. Эзериал прям хорошо зайдет. Да подожди, куда ты так? Видишь же, что раздамажил так люто. Все, отойдите. Все. Торопится. Войд купол ставил бы, пусть ставит. Пусть ставит. 5 мин игра. Сот урона на пудже будем делать. Ребята поддержат, если что. Хорошо. Уйдем. Не пуш. А лучше внизу в НДС побежал. Пусть лучше дефает. Пусть лучше дефает. Одного на дефе стабильно надо оставлять, чтобы сильно крипы не грызли. И надо на нижний лайн перетянуться. Там драться. Эх ты. Хорошо. Вот сейчас будет драться по-любому. Уйти. Дай линку. Линку зачем-то мне вложил. Хорошо, так, 4000, это агоним. Агоним я сделаю, чтобы можно было в экстренной ситуации отожраться. Дефует пусть. Бар вот можно. Три силы. Жесть. Три силы. За него дали. Очень жестко. Очень жестко. Три силы. Так, крипы поджирают по чуть, да, тэшку. Нельзя допускать эту тему. Нельзя допускать. Поджирают по чуть. Ну, Рики постоянно пушит, не понимает, почему мы не пушим. Не бей вообще крипов. Тебе фарма мало. Давай вот так сделаю. Ты уворачиваешься как. Да. Идем. ББ. ББ, пацаны. Оп. На отходе. На отходе укусил просто. Просто укусил на отходе. Все, дефает. Рестинг, 38 ассистов. 73 фрага. Найс, но пока работаем. Хорошая руна. По 2,5 же дается. Вот.
Бей с руки его. Хорошо. Дефить есть кому, да? Дефить есть кому. Все, все, все. Все. Уйти, пусть дефает. Хотя крипы отпушены. Можно убивать. Крипы отпушены. Крипы отпушены, можно убивать. Да там, вон бара. О! О, опять куру слили. О, мой контроль сейчас не подвел, наконец-таки. Хорошо. Мой микроконтроль сейчас не подвел. Когда лайн отпушен, можно нападать, даже прям наглеть. Прям наглеть можно. Можно прям понаглеть. Жесть. Мы уже выехали тупо. Тупо выехали. Вряд ли мы его найдем, конечно. О. У реки есть БКБ? Нету БКБшки, да? Нам бы по дефу пойти бы. Дефим? Ой, да. На деф, да, надо уйти. Го, деф. Так, Эзериал сделать, но вместо чего? Вместо Транквилла, да? Гоу так и сделаем. Вместо Транквилла Эзериал. Будет офигенно, мне кажется. Эзериал. Будем проверять, сколько силы наносим. Дэмэджа, вернее, сколько наносим. Так, не достал, жалко. Отойти, отойти. Такие моменты аккуратненько подлавливаем. Нет. МС нужен. Жесть, я бару 1200 хп почти сжираю. Гоу его. Вот так выходят, ребята, можно душить. Хорошо, сила есть, ума не надо. Еще 3 силы. Еще 3, отлично. По чуть апаемся, ребят. Ну, видимо, эта катка, да, будет успешна, как я вначале сказал. Будет, скорее всего, успешная. Скорее всего, будет успешная. Так, 5000 хп, 6 уже. Я помню, я с тарасками собирал 8 максимум. А тут без артефактов на силу, можно сказать. Зачем? Я рапиру. Войд заберет. Ваншоты. Так, Эзериал почти есть, надо дофармить, да? Надо дофармить, у них лайны пушатся, лайны только отпулятся, и можно понаглеть немножко. Сейчас надо написать ребятам тактику. Пацаны, не убивайте. Пусть лайны толкнут. Внизу кто вышел? Бара, да, бара, пусть немножко подпушит, пусть поддефит. Я ТП дам. Поддефит немного, дам ТП. Жесть. 260 силы. Пусть дефует. Пусть они дефают.
Пусть дефают. Вот это пусть дефают. Там пусть дефают. Тут пусть дефают. Чтобы отпушил. Них. Все. Просто Лина лопнула. Все. Эй, куда? А сейчас бы, сейчас ломаться же будет. Жесть. Ломается. Алло! Какого фига делаете? Жесть. Поначалу. Вайпером слабее парень сыграл, намного. Так, ну можно по идее наглеть. Можно наглеть, ребята. Ой, за релом промахнулся. Оп, найс. Го, Шойда. Войда, Войда, Войда. Где-то тут Войд должен быть. Я пойду поверху. Ага. Что он делает там? На 2-3-2. Блин, крипов хреново забираем. Крипов забираем, это плохо. Так, ну накиливать можно. Ага, хорош. Отлично. Пойдет. Пойдет 283, да, 316. СТ-шка. 182 силы. 182. Лайны пока у них отпушены, мид идет. Мид идет, пушится. Пойти. Это мид очень сильно идет. Надо подластхичивать. И силу апать. Хорошо. Так, они реснулись, да? Отлично. Мне надо хильнуться. Сейчас вот тут пацан, да, идет. На линии. Хорошо. 37. Еще чуть. Еще чуть, еще половина. Сколько у нас? 187 силы. Это хорошо. Еще апаемся. Лайны отпушены. Можно бару. Сейчас 3 силы. Пойди, travel 2. Погнали ДС искать. ДС-а. Да ДС-ик убежал, интересно. По карте не вижу его вообще. Вон он, смотри, Войд. Вот такой мисклик. Мис лютый. Так, ну пойдет. Пойдет. О, момник. Yeah.
Просто заколотил. Конечно, 300. У меня тини. Я уже являюсь тиником по дэмэджу. Рили. Тиником по дэмэджу являюсь. Тиником по дэмэджу. Хорошо. Не-не-не-не-не-не-не. Ну хотя гоу. У них будет еще кем подэфить. Гем, ты че? Гем нам нужен, дядь. Гем нам нужен. Гем нам нужен. Забери. Мне у нас лайны подпушатся, поэтому мы можем понаглеть немножко. Хорошо. Еще 3 силы. Оп. Хорошо. Жесть, мы пацанов загнали просто. Ну, делаем как нужно. О, просто лопнул с Эзериала. 2-1. Деф. Все. Деф. Пацаны, уйдите. Уйдите. Все, нафиг. Деф. Так, ну 316 силы. Жесть-то сколько, каталашек. 7, уже 7000 хп, просто 316 силы. Это жестко. Триста шестнадцать силы. 6000 хп. 7000 хп. Хпшек много, конечно, реально. То есть 800 я просто уничтожаю. Уничтожаю тем, что у меня очень много Сезерила. Наносится. Отойти. ББ. Пусть дефает. Низ, ну топ идет, низ идет. Надо тут как-то сбалансить просто. Так, Рикимару натушили, да? Натушили Рикимару. Жесть. Так, ну 323 силы, это 222, да? 222 силы. Оденутся. Хорошо. Куда, куда? Далеко, далеко. Далеко. А, Войт, что тут делал? И шел по лесу, просто скрипчика увидел. Жесть. Так, ну 400 урона. Еще чуть. 150 урона, пацаны. И все. И все. И все, ребята. Еще чуть-чуть. Ну, это где-то к 70-й минуте будет. И все. Жесть, по 30, 30 раз бара умер. Жестко, жестко. Это жестко. Отойти. Куда, куда, куда? Мортра отпушивает там. Пусть дефают. И стоп, пацаны. Это печально.
дефают. Пусть. Дайте деф. Дайте деф, пацаны. Так, это вот так вот сделаем. Хорошо. Пусть дефают. Не надо убивать. Не выходите. Но не сломало, да? Не сломало у них. Не надо. Ждем. От деф и наглеем. Лайны оттолкнутся. Иго. Два лайна. Еще. Ну куда, ну куда? Ну сейчас же сдохнет кто-то по-любому. И будет ГГ. Ну, прикинь, попал бы. Жесть. Там почти умирает Войтс из Эриала. Прикиньте, какая-то имба на самом деле. Так, ну, в принципе, они отдефились. Можно подраться. Так, ну меня долго будут убивать. У меня хп очень много. Хорошо. Хорошо. Отойти. Отойти. Найс. Так и работаем. Там бой Джейс просто, не говорю, Сетериал умирает. Момчик включил. Отразил. Отразил Криса. Хорошо. Но нет, у ульты была бы ульта. Я бы задышил. Ну что ты делаешь? Алина ультанула, чтобы вы понимали. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Пусть дефнут. Пусть дефнут. Очень много крипов. Ща наш деф. Джимания X2. Что нас спасили? Почти 400 урона, но не укладываемся. 500 дэмэджа надо. 500 дэмэджа. Еще 100 урона надо.
Надо. Пацаны. Надо. Так, 8000 родного, да? Тут подсчитайте, у меня почти силы нету, 8к хп. Почти силы нету. Это жесть. Почти силы, в смысле, с этого нету. Криса. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Купола еще туда же. Ой-ой-ой. Почти есть. Почти есть. Почти есть. 400 дэмэджа. Почти... 400, почти есть. Может Мартретку кикнуть? Жесть. Парень на Мартретке прям как будто специально. Думал, да, он просто не знаю. Так, мид у нас подпушится, у них идут лайны, да, боковые. Барретт бежит. Барретт бежит. Пойдет. Помогли. Помогли. ДС правильно делает, идет дефить. Понимает, да? Понимает суть ролика? Понимает. Но как бы тут не было у нас уговора, что будут какие-то поддавки по самой игре. Но смысл, я думаю, ребята уловили, да? То есть тут как бы, ну, вот так желательно не АФКшить, а плеить. Ну, то есть пытаться какую-то оппозицию давать. Если будет какая-то оппозиция, то... Как бы смысл такой, что это все реально выполнить. Хорош. Нарезал. Отдефился мид. Будет отдеф. Две тычки под амплификацией. Это жестко. Так, получается что? 414. Еще 80. 80 урона, ребятки, еще. Сколько СТ-шка? 200 с лишним должен. 280 силы. СТ-шка. Ну зачем? Для чего? Не надо пушить там. Хорошо. Риги так и сфидил пошел. Пусть дефает. Так, мне нужно по чуть, наверное, да, что-то поменять. Сия мне, в принципе, уже не нужна, наверное, да? МС у меня есть достаточно, Юл есть. Давайте попробуем Тараску сделать. Ну, ладно, пойдем таки в ХП. Честно, не хотел до конца, хотел МС. МС билд делать такой, чтобы можно было двигаться, везде все собирать. Но в принципе у нас уже наколочено столько, что... 60 фрагов уже. 60. 60. Сию, вот не знаю даже, что больше даст мне сия. Что больше дает, давайте посмотрим. Сия. Сколько МС сейчас? МС 493. МС 447 или... 425. Что я только что сделал? Так, ну смотрите, родной МС. У нас 493, да? Честно, не хочу вообще выкидывать.
Вот, ну реально. Не хочу. ГС собирать. Тараску возьмем, если что. Хорошо. Отлично. Отлично. О, найс. БКБ нажмет. Да, купола убегать. Что-то я не до конца смог посчитать, что мне сколько надо поменять. Я под колодец зайду, мне все равно. Колодец хочешь разбить, что ли? Жесть, конечно, ломается. Колодец. Юзать глиф, чтобы засейвить колодец. Классика просто. Уйдите. Жесть. 80 урона надо еще. 80 урона. Так, что, рефреш делать, что ли? Так, давайте посчитаем. Родной МС у меня 493. Без Юла у меня 447. А с Юлом у меня 425. Сия, значит, дает больше, правильно? Без Юла 447, а с Юлом 425. Нифига не могу посчитать. Так, короче, вот так и что? У меня 425 и 447. Все, Юл в помойку. Юл не дает МС много. Че, сижу, туплю. Вот так вот. Саша Яша и погнали. А что даст больше? Саша Яша МС или Манта? Манта дает у нас 10 момент спида, а Саша Яша дает у нас побольше. 16. Нормально. Тогда оставляем Сашу Яшу. Тараска есть. Ну, 10к хп это немного. 10к хп это немного. 8к дел я с тарасками. Тут одна тараска. Дефует пусть. Пусть дефует. Нет, дефает. Пусть. Где пуш? Ой, пуш. Вот тут не попаду, не знаю. Пусть деф. Пусть дефает. О, здорово. Оп, скучав. О. Пусть дефают. Пусть дефают. Не высовывайтесь. Пусть дефают. Нам осталось 80 урона. Вот моя задача это 500 урона на пудже. 500. 500 урона родного. Почти 500 родного. Хорошо, 67 минут. Если честно, ну, такой сложноватый геймплей тем, что нудно немного, да, вот так вот килять просто, но в этом и смысл. В этом и смысл этой темы, посмотреть, сколько можно в реалии вот тут, да, то есть, ну, проапать. Дефится, смотрите, дефать будет. Пацаны, вниз, срочно бегите. Вниз, там каталажки работают по тавру, ужас какой. Ужас какой, войд, каталажки разбивают. Каталажки надо разбивать. Хорошо. Не отпуш. Нет. Не отпуш. Все, идем. Ломаем их. Дальше. Иду. Бьем. Тысяча урона. Чтобы вы понимали. Тысяча. Вот этих. Все, ловим, ловим. Хейт-шоу пошло. Хейт-шоу пошло. Ловим. Ловим. Кошки-мышки. Сикенхайт. У них еще этот. Вижен. Хорошо. Вот так вот. Тут надо дэмэдж. Жесть отражает. А ты посмотри на него. Жестко. Отойти.
1000 из Эриала просто дамаги. Так, вот этих крипчиков на место. Хорошо. 70 фрагов есть. 70 фрагов есть. 52 ассиста, 70 фрагов. Жестко. Барды, поставьте. Ползы. Почему так забываем про варды? Хорошо его. Хорошо. Деф надо. Деф надо, пацаны. 14 секунд. Подержишь если его? 14 сек. ДС-а поймали там. Я лечу. 1.8. Хорошо, я здесь. Отлично. Глиф! Пацаны, у нас топ падает. Топ падает. Топ падает. Минус 2 делаем. Там некому дефить будет. Войда, деф. Ау. Не убивай. Пошел отсюда. Жесть. Дефает пусть. Некому дефить. Но. Так, 73. Куда? Куда? Руки прочь. Руки прочь. Пусть отпуш. Отпушивают пусть. Так, 14к золота. У нас там у ребят тоже много золота? А нет. То есть у меня 73 фрага. Б. Пусть дефят, ты чё? Пусть дефят. Не-не-не, не надо так, не надо их убивать. Я Б. Б нет, и прилечу. Ещё Баратрума бы убить еще разочек. Хорошо. Пятьдесят силы. Там фидит на Рике. Не надо фидить так. Я не достану. О, достал. Да ладно. Блин, себя в Эзериал закинул. Пойдет. Три силы. Пойдет. Деф топ. ДС-а. ДС, ДС старается отпушивать. Но он как бот запрограммирован, специально дефит. Специально дефит. Пусть дефит. Это правильно. Пусть топ также дефит. Наша задача это 50 урона еще. Жесть. Очень. 10 тысяч много. 10 тысяч много. Он пошел туда. Где у нас бара? Где у нас бара? Вот он, бара идет.
Вот у нас бара. Так, надо дефиться. Я дефаюсь. Другая дота получается у нас какая-то. Все, этого достаточно. Чтобы балансились крипы по чуть. Балансились по чуть. Можно еще немножко поубивать. Крипы, в принципе, далеко. Крипчики далеко. Все, пошло тушнилово. Хорошо. Опа. Колодец против Войда и против... Ой, против... Колодец против Пуджа с Войдом. Есть, ПКБ купил. Опа. Видим. Поеду на деф. Жесть. Ну, 50 урона еще. Прикиньте, если бы ребята понимали, как правильно балансить доту, да, чтобы не было пуша, то сколько бы мы могли... Играть эту доту, да? Сколько могли силы собрать бы. А если еще и договориться с оппонентами, да? То мне кажется, силу можно наапать, но реально неистовое количество. Вообще жесть. Прям нереальное количество можно апать. Не понимаешь, что он слоты дает? Так, ну Войда надо жмыхнуть, только надо вижен дать сначала. Ах ты. Прикинь, успел. И БКБ нажал еще. Хорош. А сниз почать пушиться, но я сбалансил, там крипы толкнут сейчас. Сбалансил. Такой хук в никуда. Просто в никуда. Засели, пацаны. Но нам еще надо 40 дэмэджа. С ракет. 40 еще. Пушится. Отойти. Пусть немного подпушится и сбалансить вот это. Вот это надо просто пробалансить и все. То есть примерно равное количество крипов вражеских и своих оставляешь, и тогда идет баланс. И тогда лайн не сильно толкается. Нету таких качель лютых. Лютых качель нету. Погнали сюда. Дерись. И чё, я с руки могу тоже нарезать. А меня сейчас два баша хотят затолкать. Хорош. Не бей. Они не дефают. Крисовые крипы, а. Я попытался еще, ну, подефить. Ну, пусть дефают, нормально будет, я думаю. Так, что у нас получается? 30 силы еще. Еще 30 силы. Но мид, походу, у них сейчас упадет. Но нам чуть-чуть остается. Еще чуть, парни. Еще чуть. Так, омник дефает. Давай, туши, туши, братан.
Вот я как крипов, да, подсбалансил, они до сих пор там и стоят. Не сильно пушится лайн, а этот пушится очень быстро. Очень быстро. Хорошо. Не трогай его, не трогай, оставь. Оставь. Он став бы. Жесть, это так забавно на самом деле. Ладно, гоу, примем немного. Хорошо. Топ деф тут надо. 443 силы. 342 плюс. Узнаем, сколько это, 500 урона, да, родного. А прикиньте, если сюда еще венгу добавить и импауэры. О, жесть, у меня, если честно, вот такая уже голова, потому что уже 82-я минута, 83 фрага наколотили с пацанами. Это жесть. Это жесть. Так, го искать. Варды. Ищем. О, бара на топе. Ща бара толкнет. ИГ. Нормально. Жесть, телепорты пошли. О, вот так вот. Ок. Хейт контора. Чисто хейт контора. Че, пацаны, не выходите? О, найс хук. Найс хук. Сейчас войд может. Купол. Вот он и купол. Так, у меня и зарел сейчас будет. Хорошо. Зарегенимся, по идее, успеем. Деф пусть. Если что, я смогу тут подраться. Оп, хорош. Да-ля, отошел вовремя. Сейчас тут рестница еще. Можно отойти? Не хочется тут сфидить. Отойди. Я не могу выйти. Оп. Хорош. Есть у нас тут заруба. Эти там лайны толкают. Для чего? Лайны толкают, пацан. Есть 11к хп. Еще 20 дэмэджа. Еще 20 дэмэджа. Надо. 20 дмг еще. Я б. Приду. Что там у нас, рефреш откатился. Хорошо. Travel restoring. Запиваемся. Отлично. Топ сбалансим. 20 урона еще. ИГ. Жесть, как я его нарезаю. Жесть, как я его нарезал. 11 урона. Так, Лина нас покинула, да? Вот так вот. Не выдержал парень характером. Мид дефнет. Дефает. Он дефает. Ставь. А, есть. Хорошо.
Еще чуть. 5 урона, пацаны. Тараска, включись. Меня Тараска почти перехиливает. Тараска почти перехиливает, прикинь. Почти Тараска перехиливает в колодец. Колодец, прикиньте, просто дамажит. Меня почти Тараска перехиливает. Смотрите, какой хэпориген. Это что такое? Это что за хэпориген? Низ. Дефай. Низ. Жесть, что за хэпориген? Вы просто посмотрите. 500 силы. 500 силы. Давайте тарасками, да, укомплектуем тогда уже, чтобы было знаменито. Чтобы было знаменито. Я Б и Го. 6 тарасок. Ну не хватит, на тараске не хватит. На тарасы мне не хватит, ребят. Я так смотрю. Ну ладно, гоу. Сколько сможем, купим. Деф пусть. Нам еще одну дамагу надо получить. Одну. Одну ДМГ. Еще одну ДМГ надо. Одно ДМГ. Так, это у нас так, значит. Сия так. Эзериал. Где у нас Эзериал? Вот тут вроде, да? Вот это. Хорошо. Так, это у нас раз, два, три, четыре тараски. Пять. Хорошо. У меня колодец, видели, как дамажит? Но не может. Так, что получается у нас? Красота? Красота. Же есть. 15к хп. Один. Одну силу. Надо. Смотрите, дамага сейчас какая будет. 900 урона. С ДД. 900 с ДД. Я пойду схожу. Подерусь. Гоу. Нифига себе, пуджа как бустит. Но все-таки это подтверждает, что пуш имба получается в целом. Смотрите, какой у меня сейчас тут пак. И меня сейчас колодец просто будет, ну, не пробивать, мне кажется, смотрите. Не, пробивает чуть-чуть. Чуть пробивает. У меня 500. Нет. О, хорошо колодец достает. Есть. Сейчас, Тарас. Все, погнали. Там вивера уже какие слоты. Да, это жестко. Но все-таки свою задачу мы выполнили. Выполнили, ребят. Колодец снесен, но колодец это бонус. 375 силы. Плюс. 500 демеджа на пудже. Прямо здесь, прямо сейчас. Жесть. 500 родного демеджа опять-таки. Жестко. Ну и можно тут до пуша сидеть. Закончить эту катку. Ребят, все-таки получилось у нас. 93 фрага, 7 фрагов. До сотни. Воу, все, микрофон заработал. Депай. Дайте 5, 6 фрагов. Дайте. Так, для красоты. Для красоты. Для красоты сделаем. Жесть. Там по ассистам у ребятов. У ребятов. 95 фрагов. 15к хп. Один деф. Жесть. Три пятьдесят один. Вы вдумайтесь, у чела 3.51. 3.51.
Сложно. 4 еще. И курочку туда же. Так, нам сейчас низ сломают, да? 100 минут, 100 фрагов. 100 минут, 100 фрагов. О, все, я поплыл. Мой интернет уже не выдерживает эту ситуацию. Уже не выдерживают. 1x1. На речке. Жесть, у меня судьи тут стоят, они, короче, оценивают ситуацию. Два еще. Два еще. Это жесть. А что если 100 фрагов и 500 родного дэмэджа? Да, вот просто это так должно звучать. 493 силы. 500 силы сделаем. Уже родной. Родной 500 силы надо сделать уже. Ха, Радик в куре. Я пошел чай пить. Но имя, я с Радика умру, кстати. 15к хп, 4 силы еще. Жесть. Жесть, вот эти лаги еще пошли. Сейчас меня дисконнектнет и пацаны проиграют, короче, да? О, пошел, пошел замес, быстренько. Так, есть 100! Красавы! И 501 сила. И 100 фрагов. Жесть! Ребята, ну выполнили очень-очень жесткую тему, на самом деле. И можно смело, мне кажется, заканчивать эту игру. Тут можно на самом деле сейчас очень много наапать, потому что мы стоим в колодце и душим. Это жесть. Я не думал, что мы сделаем более 100 фрагов, если честно, я не думал. Я именно ставил себе задачу, чтобы поставить вот здесь вот, вот эти вот цифры, которые есть. Но вот, вот эти лаги прям, ну все портят, все это видео портит. И портите. Хорошо. Все, гоу, короче. Закончим. Так можно, мне кажется, бесконечно тут сейчас ковырять их. Главную, основную задачу мы сделали. GG. Меня Юсуф зовут, парень пишет. Молодцы, ребята, что доиграли. Уф, это жестко. Ребят, все же, давайте подведем итоги. Получился у нас пуш 506 силы, родной. И 539 дэмэджа у нас получилось на апана с помощью флешхипа. Это реально очень много, и 15к хп, такой пуч, но это жесть. В целом, что я могу сказать? Хочу выразить большое спасибо за то, что вы посмотрели это видео, за то, что поставили лайк. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ТГ-канал, чтобы не пропускать такие видосы, конечно же. Я там все анонсирую в ТГшке, и в Ютубе, конечно, выходят стабильником. Кинуть фановый видос, ребятки. На этом все, друзья. Играйте на пудже, фантись, все будет огонь. С вами был Ксаназис, и до скорого.